достаточно забавное приложение, которое именуется KF5. У него такой значок. Но если полностью его назвать, то это краткие факты. У нас открываются просмотренные записи. Показать новые записи. Давайте посмотрим. Угу. Толщина книжной страницы около 500 000 атомов. Такие вот дела. Самому слову интернет уже 28 лет. Среднестатистический человек совершает 1140 телефонных звонков в год. Ну, не знаю, кому эти факты интересны. Конечно, забавно почитать. Все равно ничего не запомнишь. Дорога на Аляске. Красота. Ну, надеюсь, это не какой-нибудь фотомонтаж. Дорога на Аляске. Вот очень такое приложение. Интересные факты. Какие-то фотографии, пояснения, надписи, лозунги. Посмотрим его в правом нижнем углу функционал. Все записи, избранные, мои лайки, обновить, открыть на Google Play, рекомендовать приложение. В общем, такие вот дела. Интересное кино.